Soy Sort Prudence. Сегодня 7 июля. Здесь получается посев на 12,5. Междуряде 12,5 сантиметров. Сеяла сеялка Rapid 800S. Норма высева где-то 600 тысяч штук. Так, по густоте в пределах 450. Соя сейчас цветет и в нижнем ярусе, и в среднем, и в верхнем, кое-где нижний уже заложен, бобики. Так выглядит неплохо достаточно, хотя на самом деле у нас не совсем сейчас благоприятные условия, то есть сухо, влаги в почве нет, все сохнет. Причем сохнет все не потому, что как бы некоторые культуры уже созрели, а именно высыхает сам стебель. Допустим, если возьмем горох, высыхает стебель, а горох уже досыхает или идет за стеблем. То есть как диссекация происходит. Она вот такая происходит, можно сказать, при помощи, то есть природная, естественным путем. Достаточно высокие температуры и культуры, которые в фазе созревания, в фазе налива, они очень сильно страдают, не хватает влаги. А так соя, ну, в целом неплохо выглядит. Достаточно защита здесь. Здесь был гамбит 2,5 литра и базагран плюс Harmony. И также здесь уже по вегетации, базагран плюс Harmony по вегетации. И пантера. Пантера позже, наверное, в фазу четырех, где-то тройчатых. Трех-четырех тройчатых листьев. Ну, неплохо выглядит. Предшественник пшеницы. Основная обработка здесь была топ-даун. Протравка Delete Pro High Coat Супер соя плюс экстендер.